Но после двух поражений игра выдалась очень сложная, причем сами создали себе эти проблемы. Забей пенальти за 30 минут до конца, наверное, концовка была другая. Ну, наверное, мы за это и любим футбол. Хорошо, что добились победы, она нам очень важна. Хочу всех поздравить болельщиков, поблагодарить всех игроков за проделанную работу. И я считаю, что мы сегодня заслужили победу. Уважаемые коллеги, ваши вопросы представляемся погромче, пожалуйста. Егор, Горбачев, футбол. Вам хорошей победы. Спасибо. Если ничего не путаем, то вы всегда занимали левую скамейку. Сегодня заняли правую. Это на фарт. Если да, то ну, насколько вы вообще суеверный человек? Я вообще не суеверный человек. Все мы под Богом ходим. И скамейка правая, левая, наверное, это не столь важно. Самое основное то, что сегодня добились результата, и для меня, как для тренера, важно то, что мы наконец сегодня забили не один гол, забили несколько мячей, при этом, я же говорю, еще не забили пенальти. Поэтому сказать, что суеверие, я не суеверный человек, не верю в это. Спасибо. Команда забила 3 мяча, что все получилось в отличие от прошлых матчей. Вы знаете, всегда говорю, мы же не рисуем иллюзии. Мы не приняли команда, которая там 5 лет подряд была чемпионом. Мы приняли, пытаемся развалить все. Мы приняли команду в неком состоянии. Пытаемся двигаться вперед. Что-то получается, что-то не получается. А то, что касается сегодняшней игры, вот вы говорите, мы очень много анализировали соперника, готовились к нему, очень тщательно готовились. Плюс анализ предыдущих игр показывает, что все-таки мы плохо выглядим в одного форварда. Плохо. Мы даем сопернику начало развития атаки, и при этом нам сложно обороняться, то, что я с первого дня говорю. Сегодня решили с первых минут добавить в агрессии и выпустили молодого Богомольского, как ни странно. И исходили не из того, что он молодой, а исходили именно из того, что Егор обладает этими качествами, выносливостью. Он тот игрок, который сегодня с первых минут накрывал игроков соперника, центральных защитников. И мы этим самым оградили игроков соперника в качественном начале развития атаки. Плюс гол первый, который мы забили, прошел при его участии, если помните. Он все-таки включился, скорость, доработал эпизод, то, что нам, мы считаем, раньше не хватало, и заработал этот пенальти. Единственное, есть еще моменты, которые нам не нравятся, что мы после пропущенного гола опять сели чуть глубже, опять стали играть на удержание, а время только было начало игры. Ни в коем случае нельзя это делать. Но, я же говорю, теперь проанализируем эту игру и опять будем двигаться дальше. Первый пенальти реализовал Данила, второй бил. Ну, всегда там, на установке указываем несколько игроков, которые будут там, пробивать этот пенальти. Первый забил Дани. Если вы помните, в первой игре с Городей, домашний на стадионе «Динамо», бил Фатай и тоже реализовал пенальти. Поэтому ругать не будем. Нет смысла. Мы все взрослые люди. Я всегда говорю, кто-то чувствует сегодня, что забьет, кто-то чувствует, не забьет. Пошел Фатай, перед этим забивал, сейчас промазал. Главное, конечный результат добились, и Фатай тоже качественную работу провел. Ну, ничего страшного, не забил, забьет в другой раз. В последнее время Фатай часто доставалось на орехи. А как вам сегодня его игра? Ну, как сказать, что доставалось на орехи нельзя. В любом случае, я понимаю, там, как тренер, что один форвард, который постоянно играет без поддержки, против 2 центральных защитников, против 3 центральных защитников. Плюс, учитывая то, что мы на сегодняшний день очень мало играем вертикального футбола, ему сложно цепляться за эти мячи. Поэтому сегодня, я же говорю, мы не случайно добавили Богомольского в помощь именно Фатаю. И сегодня вот эти эпизоды, если вы помните, там, которые я помню, допустим, по первому тайму концовки, Фатай очень хорошо принимал мячи, разворачивался. Все-таки, когда есть рядом партнер, который там уводит на себя других игроков обороны, Фатай сегодня несколько раз оставался один на один, хорошо обыгрывал, обострял. Поэтому сказать, что доставалось на орехи, я считаю, наверное, нет. Все-таки это неправильно. В любом случае,
мы играем, это команда в любом случае. Кто-то сегодня лучше, кто-то сегодня хуже, и кто-то всегда выпадает из игры. Но самое важное, что на поле есть коллектив, который сегодня там я отработаю за своего партнера, а следующую игру мой партнер отыграет за меня. Вот и все. Владимир Юрин, там самое стопроцентное. Сложилось впечатление, что поле было сухое, у Динамо есть техничные, быстрые игроки, возможно, хорошо поливать поле перед игрой. Это влияли на этот момент? Ну, я не знаю, это не в моей компетенции. Поливают поле, я знаю, что футболисты почему-то местные, которые всегда говорят мне: Михалыч, если можно, чтобы поле полили. Но сейчас были обильные дожди, выходишь на поле, оно и мягкое, поэтому видно было, что обе команды там в концовке первого тайма уже подсели, потому что оно было очень мягкое. Но при этом, если вы заметили, мяч быстро не ходит. Заметили? Ну, да. Но я так понимаю, мне сказали, что это специфика именно этого стадиона, именно этого поля. Поэтому мне тяжело как-то отвечать на эти моменты. Я так же, как и вы, вижу только то, что вижу. И все обошлись без него. Почему? Нет, не обошлись без него. У Тигиева были проблемы со здоровьем. Мы ему дали паузу. Сегодня он восстановился. Выглядел сегодня достаточно качественно, если вы заметили. И в атаку, и в обороне достаточно качественно сыграл. Поэтому никто не собирается отказываться от игроков, которые там в состоянии выполнять какой-то хороший определенный объем работы. Нет. Я же не сказал, что были, мы хотели выгнать его или что. Во-первых, информации такой не было, насколько я понимаю, на сайте. Почему вдруг взяли информацию с того, что слухи? Мы же о спорте говорим, о футболе. Просто есть моменты, когда мы можем пользоваться игроком, там он жив, здоров, в хорошей форме. И есть моменты, когда не можем пользоваться, потому что игрок там приболел, получил некую травму, либо мы просто приняли решение дать ему отдохнуть. Вот и все. Если вопросов больше нет, то Макс в футболе стоит. Вообще, кроме... После игры в Слуцке вы сказали, что примите некое решение. Что это было за решение и о чем вы с кем-то говорили? Да ни с кем не говорил, я общаюсь только с командой. Решение, ну, всегда, знаете, как анализ некоего периода, вот знаете, проходит анализ, и ты начинаешь понимать, что нужно сделать. Принимаешь некое решение в прожитом периоде жизни, там чего-то. Мы тоже прожили некий период, хотели принять некие решения. Сегодня одно из решений – это Богомольский в атаке. Это решение принесло пользу. Поэтому я считаю, знаете, как, ну, в любом случае, не анализируя, нельзя двигаться вперед. Но есть и моменты, когда ты анализируешь и понимаешь, что, наверное, дороги вперед не будет, надо выходить. Ты выходишь. Я не говорил, что я уйду. Я сказал, что мы проанализируем и примем некие решения. Я же вам сказал в начале пресс-конференции, там, мы с тренерским штабом не приняли команда, которая там, долгие годы шла на первом месте, и мы пришли и это уничтожаем. То хорошее, что было, мы уничтожаем. Поэтому мы приняли команду, мы там с первого дня, я говорю, комплектовались. С первого дня я говорю, что мы укомплектовались слишком поздно. Сейчас по ходу этого мы пытаемся что-то выстроить еще лучше, глядя на тех игроков, которые у нас есть, анализируя те качества, которые они имеют. Поэтому, раз мы движемся и набираем очки сегодня, пусть даже со скрипом, там, пусть мы там потеряли две игры, очки там, где мы по игре не должны были терять. Мы за это и любим футбол. Но я не могу сказать, что света нет. Не могу сказать. Мы потихонечку движемся вперед, все вместе, тренеры, футболисты. Все, кто работает на благо команды.